Апснина Лукаша цитши риос ацарауэй ха политика уажила ртуссу и Тарас Мирон и Пашамба и Баха арты наху акалаке кутаны ищту апарк куаруакахна. А усмеб гадбялаху надбила хадара хабхедзара рачала у апсыра, ахя нырцтпи асасча. А Баха адыртит апсна хада слан бжэние адунэйзикпи апсу база конгресса ханпею Муса Экзаки. Хотала сразин так хукраду абсолютно их это коммерческое, яичка за хендкарат комиссия на покара слабо их нартус. А символ за кому поездис пхедой Тарас Мирон и поебака артра ними хочно, а по их ими посу абсо базы влар конгресса израду, а у ажлар политика тусу иду их это а конгресс и у запунтхо яд халу. Абсолютно джичтолот и бешра айлашим тазы, Апсны зиграбка западными пысуй, а дунезикпи апсо база конгресс. Айла турам напукавис, зыд бухаз Тарас Шамба, юрюх бышек сыне и пангылана, апхегылара азиевый. Тарас Шамба иджи каза дунезик пи апсо база конгресс, яхе вафиран за культура, кяб за ца сала зыртро, а база жуларку и дызгалу и рейхау и лаза ароб. Яхе кучиарала и усны рыгзот и ца гыло купшча. А конгресс и вижа башук сахыц рамша чны Тарас Шамба и бағар трамафиршук и гамлейд. А база жуларку и дызгалаз Москва апсо ар диаспора пыздаз и джаба ахушены и хырхварц, а брага и бағамцан афит куштарцойд. Сегодня мы являемся свидетелями события, которое, на мой взгляд, очень трудно переоценить. Сегодня мы открываем памятник великому человеку, для которого служение Родине, своему народу стало призванием, смыслом всей жизни – Тарасу Мироновичу Шамба. Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народа абаза по всему миру. 25 лет он возглавлял Всемирный абхазо-абазинский конгресс, меняя к лучшему жизнь своих соотечественников. Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы. Тарас Мирон и Павюзер и Зызуаз, и Зайгуаз, ауа айхы дамейгзагуа аз цараха дэкуа аз нейшар зыбшаны, и цбун хэз гуартуид. Бзи буз, бяара шкса зыхтниса, бяара нчиздийца, бри псадгил, ухта, иха, раст цухал зыдлыша, раст налагло. Близи гири хауп, сарай сквала шот, я б взия, апсу ай режу, хасри ищу за режу, айда адзам и режу, и сухи адзам ахады якоб, рабхи сарглоз, уйдуд за Мирон Михайловка, и псымтаз, псрахым шхашу бжаз, снэй пхену сейхайд, абри Тарас, апсны дацюзер дяшин цанха, Бортажокус, висхи таги живи, таги живи, таги живи, хел гран за усайван. Апсны да цут зомс дуи уси, лиси зиям хайдаха. Уи апсны да цут зомс банзар апсны, ириягун апсны дыган, апсны, апсна липсытан, ира апсынги, жоказу пхешимшозар, ири липсы антаз, ири некр хахаздаракр. Молодой Тарас Миронович, он старше меня. Люди, которые его окружали, его близкие друзья, Мерина, Пха, Алекс Ангулия, Валерий Хиндба, Олег Бгажба. Вот это были какие-то люди новой формации. Они были заряжены доброй энергией, жаждой к познанию, любовью к своей родине. И вот они меня лично и моих сверстников научили читать книги. Они привили нам любовь к истории страны. Они, собственно, меня, вот я впервые узнал от них, что такое Апсуара, как был этот создан кодекс, для чего и как его нужно соблюдать. Это невозможно переоценить. Когда он был еще совсем в молодом возрасте, растущую популярность тогдашние власти
в Грузии, попытались от него избавиться всеми силами, значит, и возникла такая ситуация, что он был вынужден уехать в Москву. И когда он уехал в Москву, с облегчением вздохнули, значит, те, кто пытались это сделать. С большим юмором был Тарас Иванович, и ректор университета, когда принял его, значит, посмотрел его документы и задает ему вопрос. Тарас Иванович, вы уже, говорит, два высших образования вы имеете, говорит. Государство вложило в вас много денег, говорит. Когда же вы начнете отдавать, вы уже, значит, третий раз, значит, будете получать третье высшее образование? Тарас Иванович ответил, мы, абхазы, живем 120 лет, я еще успею, говорит, все вернуть, значит, и так далее. Вот не было такой точки в Советском Союзе, куда Тарас Иванович мог позвонить просто и решить любой вопрос. Вот этот багаж весь потом очень здорово пригодился во время войны, после войны. Когда он уходил с должности президента Конгресса, подводя итоги, значит, мы подвели итоги, и получилось, что в 52 странах мира были организованы абхазские диаспоры. Тарас Шамба дышкупши зынеркна дырра бзе куайр пшуан. Я бишта дыкуланы хазин дырра, агу былра шткааны и тицауэт кучиярала. Урыспыла уажвлар редакадемия куаба дракадемик хыд. Ахюнткарры демократии азакуан дырры азины и чкары. Амилат хюнткарра хаща кукылары и рызгу хыфинары и ханы хатсары дырра тусумтаку трапцаюб. А советы и дгылажвлар рдепутат сдыган. А совет Пенткарра система Ацара Язикит и кандидатпи, и докторпи диссертациква. И рубас хыш и нарихана, а наука цамтаква. Вот Рхабхазара Чуихов, а монографиква, цагаква, и выпшим, а безшакварах ей таку, а усумтаква. И наука тлапшхача, ялка аваты паман, апсу Пенткарра, а житпи ачапи турх. Афинткарра азин пша таква рар пшра, ава дырбара дырхара. Апсу Афинткарра а конституция, а текст, а проект и речи пиргылы, тишив дырой пш, и речи кай. Уягана хала Афинткарра чоц аргыларача Владислав Арзенба дархажвина дива гылан. Арьявой дыррала дейкшан интеллект харакдзан Ахватиман, ахаша гидруан. Ярипстаза арача загир скын, загир ичатан, япсвара, иойра, ипсабара духа, ипсабара кушра, и халтва дала шара. Айпыларах ныдыку гылайт хабхедзара рачала статья куэй ашхуэй, агену очер куэрыла Тарас Шамба яхара гыра, и ус ау ажлар гын зейназгахю, а журналист Екатерина Биби апха. Яхаз зыгиши илагылана, и бакас сирартра ханачу сара сыблакндайвай ауавирас дызлагылу, дызвагылу и чьякаратунам, и чьхарамкква, айца бргу, ауидуохала дануху, аханги хахарайгдзум, уидуоха дахаранакван, уияжат харанакван, уихымяпгащат харанакван. Хара, Тарас бзе дызбоз, гук псыгала изыгаз, исымшаха-шаха хзыштаз, данукхаахго абгархыква агумква, абрахайва заракхаб, абраяхва заракхаб, хагутыха хя, хаясовязша хагуябо заракхаб, мап надзадзад псзомасе пшиуую, уи бзе бара рыцзауит аби параква. Тарас Шамба и бага пцара ахатырт птак пхыкурал на паянын ха скульптор куп Шаврора Юлина. Прежде всего изучила, естественно, биографию и исторические факты. Ознакомилась с информацией, всей информацией, которую могла найти о семье. И это был долгий труд, достаточно сложный. Потому как это первая такая работа, очень серьезная, ответственная, и переживание это стоило огромных. Огромную благодарность хочу выразить за доверие и оказанную честь. Это большое доверие для меня. И всем вам, народу, республике, хочу пожелать то самое, чем занимался Тарас Миронович. Суверенности, такой самостоятельности, благополучия и процветания.
Тарас Шамбе Иба Гаартра, ихц ана унагдзат праязапса зиги табуб харайхит яща Сергей Шамба. Будучи еще совсем молодым человеком, поступив в Московский государственный университет, в 1958 году он создал диаспору абхазскую тогда, которую тоже в течение долгих лет возглавлял, пока вот не передал уважаемому Беслану Агроба, который вот приехал сюда сегодня специально на это мероприятие. Все его действия были посвящены тому, чтобы народ наш утвердился, самоутвердился, тому, чтобы доказать всему миру, что мы достойны своих предков и не просто так добиваемся независимости. Это не просто самоцель наша, это выстраданная история всей нашей, наша судьба. Он сделал все, что мог. И сегодня по достоинству оценили его вклад. Апсни Урыспылый нарылу каша политик, а у ажлар ратусуй, а царауайду, жлар пызахе ахидз и псыш тази чапсайтхен. Запсадки лагыр яза апсахез, дэхэга за алаги уя пипшта зхуцуан. Жлар тагыла за аща айхт браячыз, апсна цейцша дрейуан. Астандо тарпаса и дагуха абазатавэ.